С какими историческими именами связана усадьба Спасская? Собранность, оперативность и взаимопонимание. Четыре команды боролись за право считаться самой эрудированной. В короткий срок участникам необходимо было аккумулировать все свои силы и дать правильный ответ. Вопросы касались истории родного для них химкомбината, нашего города и науки, которая является для участников фундаментальной – химии. Агарок – это железо, а зола – это калий. Ковчедан – это железо. Немножко другое, потом уже. Это чужеродный шашки. С гидросульфитом. Мы проводим интеллектуальную игру в ДК «Химик», которая направлена на объединение Совета ветеранов и Совета молодежи. Такое понятие, как тимбилдинг, то есть команда образования, которая поможет сплотить Совет ветеранов и Совет молодежи. Любовь Сергеевна и Феодора Дмитриевна отработали на комбинате по 40 лет, но перед игрой все равно волновались, что не справятся с заданиями. Я ожидала худшего, я очень переживала, думаю, ой, а вдруг какие-то вопросы скажут, вот ветераны ничего не знают про химкомбинат. Ну, да. Оказалось, ничего. А я думала, что когда цеха вводили года, этого мы, конечно, не помним, чисто года. Но переживать было не за что. Опыт ветеранов и оперативность молодого поколения помогли всем участникам блестяще справиться с вопросами. По итогу игры гран-при получила команда «Снежок». Все команды были отмечены памятными дипломами. Настроение отличное, праздничное, потому что ощущение молодости. Вспоминаем времена, вспоминаем, когда мы работали. И, вы знаете, душа трепещет. Секрет успеха в универсальности, что люди, которые собрались за столом, в каждой своей области был знатоком. Поэтому в комплексе получилось, что ответы один на один, один на другой. Поэтому в общей сложности. И потом дружба победила. А победила действительно дружба поколений. Ольга Югая, Дмитрий Волнов, «Воскресенские вести».